В этом году Олегу Павловичу могло бы исполниться 85 лет. Коллеги и родные до сих пор не могут поверить в то, что его нет рядом. Тяжелее всех приходится семье, сыну Павлу, дочери Маше и вдове, Марине Зудиной, которая тяжело переживает его уход. Чтобы заглушить боль потери, актриса вновь вернулась в кино. После долгого перерыва она появилась в сериале Константина Богомолова «Содержанки», где снялась в весьма откровенных сценах. Звезда признается, ее буквально засыпали вопросами о том, что бы на это сказал Олег Павлович. А она вспоминает забавный случай, когда однажды спросила у мужа про очередное платье. И услышала: «Марина, мне нравится, когда ты раздета, а не одета». О жизни с Табаковым она до сих пор говорит с придыханием, потому что брака могло бы и не случиться. На тот момент звезда экрана был женат на Людмиле Крыловой. 10 лет актер скрывал отношения с Зудиной. Но все тайное становится явным, и в итоге он решил уйти из семьи ради любимой. Вдова говорит: «Наверное, меня многие осудят. Я не испытываю чувства вины, потому что я ничего не разрушала. Я лишилась возможности дважды иметь ребенка и никогда никого в жизни не упрекнула. Это всегда был мой выбор». 54-летняя Марина призналась, она сделала аборты во время романа с Табаковым, так как была незрелой женщиной. Актриса добавила: «Если бы я очень хотела родить, я бы, несмотря ни на что, родила. Но я не была готова. Я никогда не ставила никому условия и не боролась». Когда Олег Павлович расстался с первой женой, то Зудина решилась на брак и вышла замуж на 6-м месяце беременности. Свадьба была скромной, и сохранилась лишь одна фотография, сделанная случайными людьми в ЗАГСе. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась пара, они прожили вместе много лет и были счастливы. Супруга мэтра говорит, что сейчас все свободное время посвящает детям, Павлу и Марии. 25-летний сын ушел из табакерки после того, как отец умер, и стал больше сниматься для кино. А 14-летняя Маша только недавно решила, она будет актрисой. Девушка призналась: «Я с детства была в театре, проводила там много времени, посмотрела все спектакли и понимаю, мне это нравится, я бы хотела этим заниматься в будущем». Члены семьи актера признались создателям документального фильма «Олег Табаков», что останется после тебя, что хотят сохранить память о любимом отце. И каждый день вспоминают его добрым словом, ведь он был для них всем.